ГТРК «Иртыш» и «Русфон» продолжают совместную акцию помощи тяжелобольным детям. Принять участие в судьбе ребенка можно прямо сейчас. Для этого достаточно отправить смс-сообщение со словом «дети» на номер 5542. Сегодня ваша помощь требуется Даше Петрушенко. Рисование, танцы, музыка. 11-летняя Даша Петрушенко любит все, что связано с творчеством. В художественной школе учителя заявляют, у девочки талант. Весной этого года родители начали замечать, что ребенок быстро утомляется. На уроках физкультуры Даша уже не справлялась с нагрузками. Тогда родители обратились в больницу. Там девочки провели обследование, где и выявили врожденный порок сердца с дефектом межпредсердной перегородки. Она устает, вот придет со школы. Я устала, или выйдет со школы, детки побежали бегать еще. Она говорит, я устала, идемте домой, я устала. Ну и вот так вот. Или спать хочу, или я вот устала. Вот такое вот у нее. Все связано было вот с переутомлением, с утомлением ребенка. Вроде бы и промежуток времени еще небольшой прошел, а она уже устала. Свое будущее Даша хочет связать с творчеством, мечтах рисовать детские мультфильмы. Уже сейчас, после каждой просмотренной анимационной картины, зарисовывает любимых персонажей. Ну, мне интересно рисование, именно анимация. Именно аниме. Это все достаточно трудная работа и очень красивая в итоге получается. Сейчас активный образ жизни – табу для девочки. Из-за недуга у Даши ослаблен иммунитет, и даже обыкновенную простуду ребенок переживает очень тяжело. Омские специалисты посоветовали родителям Даши обратиться к кардиологам из Томска. После дополнительного обследования врачи рекомендовали юной Мичке оперативное лечение с проведением щадящей операции, которую можно сделать у них в центре. Учитывая возраст ребенка и наличие начальных признаков легочной гипертензии, девочке показано эндоваскулярное закрытие дефекта окклюдером. После щадящей операции ребенок быстро восстановится и будет активно развиваться. Стоимость операции – 339 тысяч рублей. Такой суммы у родителей Даши нет. Читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд» соберут 200 тысяч рублей. Помочь девочке могут и телезрители ГТРК «Иртыш». На операцию не хватает 39 тысяч. Чтобы помочь Даше, нужно отправить смс-сообщение со словом «дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного сообщения – 75 рублей. А владельцы смартфонов теперь могут переводить пожертвования через мобильное приложение. О других способах помощи на сайте «Русфонда». Анастасия Обухова, Владислав Ковырякин, «Вести», Омск.